Не клиенты, а пациенты. Ой. Так, вы у нас были два раза. Два раза, да. Расскажите мне хорошие новости, что изменилось. Ну, что не... знаете, в принципе, я неплохо себя чувствовала. После сеанса, конечно, я полтора дня там, особенно после первого раза, мне было это самое тяжеловатенькое. Ну, чисто физиологически. Потом все пришло в норму, и так я... В принципе, я хожу, у меня острой боли в спине уже нет. Но вот эти вот ноющие боли в позвоночнике, грудной отдел и поясничный, мне просто жизни не дают. Ну, и у меня вот эта координация движений нарушена. Я не знаю, это, может, не ваш вопрос, а может быть, и ваше, может быть, немножко поможет мне. Может, со сосудах дело проблема. Погодите, у вас что болело, когда вы пришли первый раз? У меня болела также поясница болела, но мне намело больше болело у меня. Больше болело. Сейчас она у меня практически, вот если я стою, хожу, не болит. Но если я дома, ну, как говорится, управляюсь по делам, она, значит, особенно когда я себя готовлю, допустим, ну, как бы неподвижно, начинает ныть позвоночник, поясница, грудной отдел больше. А так острые боли у меня уже ушли. И можно сказать, что я пришла для профилактики сегодня. Человек думает головой, приходит для профилактики. У нас часто как пришли люди, помогло, и все, ничего не приходит. А надо приходить, чтобы было, ну, вот лучше. Я... Умно вы сделали. Как вы Новый год, кстати, отметили? Ну, спокойно, нормально. Пили шампанское? Было дело. Снимайте эту вещицу черненькую. Это вот скелет он. Горяк. Без носа. Я уже его... Я маленького не знаю, что большой. Приносят все такие ванны. Но мой организм ходит. Да, да, да. Сейчас будет немножко холодно, когда там руки купал. Все-таки мороз на улице. Да. Чуть выше подняться. Тут тепло, вы заметили? Да. Вот туда вниз. Угу. Ртом вдох-выдох. Еще. То есть были острые боли. Потом острые прошли, но остались еще. Ну, так и сядущие. Посмотрите, в чем это дело. Тянет, подтянет. Вот так вот. Или перекладка, да, что-то такое, мне немножко так. Бочок правый вперед, немножко к нему спину. Александр, что там? Что там? Чуть-чуть завалим. Завалим, никуда не денем. Это же у нас как раз и будет иглы. А ты натяни их вместе, одинаково, натяни их. Ну, на секунду завалим. Ну, завалим, это ж вот это вот. Мы не это. Мы лишь можем эти иглами разгрузить. Нет, нет. Разгрузить, но она будет возвращаться потом. Это перелом ноги был в свое время. А, перелом ноги. Правая просто. Что там нашел? А вы, короче, здоровы. Да, короче, я здорова, да. А? Я здесь поясница. В общем, оно-то стоит уже все по-другому, но внутри еще остались перегруженные вещи. Кифоз, конечно, сильный, да? А мы его уже никуда не денем. Кифоз, лордоз, куда? Ну, у вас вид относительно хороший. Пришла в институт, то я хотела позвонить, но вам не дозвонится, чтобы отменить. Точка должна была прийти, но не смогла. Не будем об этом. Глубокий вдох. Да. Выдох. Глубокий вдох, выдох. Тоже остеопороз, рыхлые кости. Да. Потом... Есть, да. А мы в прошлый раз на видео вас снимали или нет? Снимала. Уже снимала.
Сильно не делаем. Верно? Значит, вы можете крутить головой, когда хотите. Только крылья берегите. Сейчас он скоро хирург придет. Да. Он скажет, что сделать с голеностопом. Если не получится там понять, то, простите, придется резать, пилить. Пила, видели фильм? Первую часть. Вот то же самое будет. Вдох-выдох. Но это не тут. Тут крови нам не надо. В другом кабинете. Что, я воду какую-то теплую подсоединил, чтобы там потом все отмывать. Не волнуйтесь. Вдох-выдох. Еще. Все понимаем? Видите, как вам хорошо в тишине? Мозги соображают. Вы по-другому смотрите. Это я говорю с хирургами. Они сегодня болтать начали. Я думал, что я чокнусь. Я и так чокнутый. Так, вы что, согласны со мной? Да, я совсем согласна. Ладно, сказал, что я чокнутый. Вдох-выдох. Еще. 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 Терпимо? Терпимо, да. Да, что, развернул, да? Приподнимайтесь. Ложитесь. Немножко неудобно держать. Терпимо? Приподнимайтесь. Ложитесь. Так, заняти позвонок, стоит или нет? А вы ложитесь полностью. Все. Точно. Область. Ха-ха. Так, извините, я отвлекся. Все нормально, да, у нас? Ну, тут да. Тоже нормально, тут что-то. Ну вот отдел у меня выступил. Так что ты поставили. У нас сколько были записаны? Сегодня? Да. Сегодня. Окей. А ну голову ровно положите. Голову ровно. Нормально? Хорошо. Видишь, как все легко делается. Так, руки можно
Да, можно так, можно так. Хотите. Вы рады, что на приеме или не рады? Конечно. Конечно, рады или, конечно, не рады? Конечно, рада. Конечно, рада. Тут тепло, вы знаете? Да. Ну, вот, это я думал, будет людям холодно, все-таки минус 300 у нас, в Ростове минус 300. Ну да. Не знаю, как тебе утром. Понятно? Тут техники, понятно? Я не полностью. А что непонятно? Или потом? Потом разговоры. Разговор короткий. Так, на иглы вы идете, да, получается? Да, но нравится им, не нравится, скажете, я хочу на голеностоп, туда покажете. И чтобы они вам тут все разгрузили. То им там... Иголочки там тоже Да. стоят. А, это Алла Николаевна. А вот хирург пришел. Смотрите. Да. Да, Алла Николаевна. Значит, пациентка попадет к вам на иглы. У нее с голеностопом во благо. Вы довольны или нет? С голеностопом? Правильно. Что вы с ней сделали? Что она так? Вылечили. А, да. Покажи хирурга. Это Григорий. Вот. Вот они будут сейчас заниматься оперированием. Смотри, если не сможешь что сделать, этот, и ты не сможешь, отрежьте ее. Да, хорошо. Легко. Костыль сейчас смонтируем. Вот. И как надо сделать, или вот так ее поднимите лапку. Тут надо тоже все поубирать, эти воспаления. Как бы там нормально? Вы хотите делать перерыв друг от друга? Ты Григория сюда, туда, туда, сюда. И перегружать нервную систему. Он везде там. Потом на низ его будем отправлять камеры. Чтобы Сергей у нас Да. Это она подстраивает что-то. Все энергия. Руки под лобик ложите, пожалуйста. Руки куда? Под лобик. Пациентка у нас второй раз. А, третий. Да, Третий раз, два раза была. У нее тут острые боли пошли, а прошли, а там остались еще такие внутренние. Как раз на иглу попадет, вообще будет огонь. Не выдумывай. Тут жарко. Там люди двери открывают, поэтому. Да вы чего? Вам не холодно? Нормально. Все, вон женщина лежит. Конечно, она возникает. Давайте вам тоже все отобьем. Розовенькая душечка. Это если она не жареная. Если жареная, она не розовенькая. Так. Мы уже посмотрели, то вам все устраивает. Ты просто тоже посмотри, где мы Тебя все устраивает. Меня все устраивает. Есть? Никого? Никого. Здесь? Нормально. Здесь? Ну, физически так больно, так. Ну, здорово уже. Да. Можно балки брать и спринтер. Ну, я зарядкой занимаюсь дома, так. Стараюсь, возможно. Что там? Что-то хотят найти, не получится. Не смеяться. Ой-ой-ой. И это. Там потом иглы надо будет ставить везде. Маленькие же есть иголочки. Вот. Да. Ну вот. Такое видео не показательное. Пошла тетка здоровая. Это все иглы, да. Ну, во-первых, показательно то, что вы думаете мозгом о своем будущем здравии и приходе на оздоровление. Блин, нанесли выпивки, у меня теперь нос чешется. Лежите. У вас давление низкое? У меня это
То низкое, то высокое. Ну, чаще бывает низкое. Мне пульс низко, бывает низко, очень низко. Я вижу низко. На бок ко мне лицом положитесь. Это ровно. Не думайте об этом. Не крутиться. Ой, я просто падаю немножко. Куда вам падать? Ориенты, понятно? Я их помню. Вдох-выдох. Еще. А, у меня другая была модель. Часика, на другой бок. Да, у нас обед в 5. А, там шоколадки. Еще раз. Я видел шоколадки. А берите, ешьте, что видите. Но они же без мяса. Вот, сейчас вам будет. Я вам для чего показал человека под обед приготовить. Вдох-выдох. Не соображаете, что ли? На спинку. Приходится об этом говорить. Вас же никто там дома особо не ждет? Пока. Меня? Да. Муж в машине. Муж в машине, значит, вы поняли. Мужа тоже затащить. Ну, он теперь сидит. Этот, машину на металл отгонить. Так, тоже мы видим колени крученые. Мы делаем чуть-чуть их, ну, дергаем в смысле. А, что там у нас? Где? С Аллой, мы не скажем ей. За колени? Ну и за мозги. Алла! Как раз мы колени сделаем, она к шее придет. Нет, а вы это, тут пока вот. А, время потянуть. Вот, второй так не делали. Тянем время. Понятно? Так, поняли, колени мы совсем немножко дергаем. Немножко. А мы в прошлый раз дергали? Да. Не сильно? Первый раз сильно, а второй раз я попросила, чтобы не сильно. А сейчас просите тоже не сильно. Ну так, да. Расслабить. Вот, она под углом идет. Мы неровно и дергаем. Но вылетят, мы не знаем, что с ней будет. Как они идут уже, срослись, мы так и дергаем. Расслабить их. Думайте про сейчас этот ампутации. Не, ну если они не сделают, что? Что делать? Что делать, да. Вот насчет локтей. Вот куда их дергать? У меня перелом был. Вот, мы тут ничего не можем сделать. И не можем рисковать. Мы можем лишь чуть-чуть там вот так вот расслабить. Жилки, нервы, вот тут чуть-чуть. То есть чуть-чуть если дернуть, все. Чуть-чуть. Придется всех прятать. Какая у вас там машина? Алла, не испытывай терпения. Да надо шеи делать и снимать. Я сейчас вообще не буду. Одевайтесь. Слышали? Угу. И не тебе. Ах. Расслабить, ах. Дях. Эй. Все ювелирно делаем, понятно? Присаживайтесь. Только выгружайте, пожалуйста. Она их соберет, потом год не выгружает. Ага, потом ночами спишешь и пересматриваешь. Не спишь, да? Не спишь, да? Холка там у меня сильная. А что, мы не украли ее в прошлый раз?
А я не знаю, как оно там. Точно я воспринимал? Да. Слушайте, наверное, колка была вообще 2 километра. Старая. Крутите старой головой по большому кругу. Хорошая голова, что вы думаете? У меня это самое, внутри, когда, вот как бы сказать, голова, не шея болит, а внутри, внутри что-то такое, внутри, когда я... Это мы иглы сейчас поставим. Короче, вы иглы везде поставите, я так понимаю. Да. Короче, там его вообще не хватит. Слушайте, вы иглы там экономнее. Я понимаю, как ежик выйду сейчас. Экономьте иглы, ну вы чего? А если нет, то берите с баночки. Вставайте. У нас ограниченный этот, на иглы, идите вперед. То мы так по миру пойдем. Так, ко мне лицом. Мы не по миру, мы по миру пойдем. До пола. Вот так вот. А ты их где берешь? Там же такие же. Мы сами выковываем. Мы коробки купили просто и все. А ночами сидим, да я на них вкладываю. Десять раз приседания, не торопясь. Каждый день надо делать. Каждый день, с утра и вечером. По 20 раз. По 20 я делала почаще, потому что спина болела. Второе периферическое сердце организма человека – это ноги. Не гоняем кровь, все, остеохондроз, застой. А правильно, вот тут, по нему лакомо, вот вы неправильно делаете, вы неправильно проседаете, вот так вот надо. Я нюансы эти не могу уловить, как надо. У меня такой есть дома штучка. Здравствуйте. Так, проверяйте теперь, крутитесь, свертитесь, как себя чувствует организм. Как на свет родилась? В таком количестве людей? Тут добрая энергия. Да? Айконы. Да хрена. Так. Вы слышали, она сказала, что какие слова? Да. О, я на овощи все. Погодите, вы довольны всем или нет? Да, довольны. Ну все, там сейчас еще у вас... У меня координация, Нартеза. А ну проверьте координацию. Ну так трудно, это так вот... Сейчас Григорий наскось иглу поставит, там где-нибудь, да? Он закачает, как будто 100 грамм сейчас уберем. Водички уберем. Уберете, да? Координация... Экономьте иглы. Мы не можем вот так раскидывать веером. А кого же тогда будете их раскидывать, как на нас? Вас много будет. Ну не столько, мы уже не знаем, у нас уже оптовые поставки, они у нас стоять. Значит, будете иглы обжигать те. Затачивать правильно. Да, там напильничком чик-чик-чик-чик. Ну а что делать? Кризис в стране. Дай Бог здоровья, можно одеваться. Во благо. Покажи всех специалистов. Все, всем пока. До скорого.